Всем привет! С вами снова я, Мария, из канала Мария Урюпина. И сегодня я проведу вам маленькую экскурсию по Ницце, точнее, по площади Массена. Вот там вы можете видеть улицу Массена, там, где много магазинов, ресторанов, также воров. Ницца красивый город, но воров все-таки много. Вот там стоят рикши, ими управляют студенты и зарабатывают себе на жизнь. Тут едет трамвай. Это общественный транспорт, все любят. Вот там стоят статуи, ночью они светятся. А вон там справа находится детская площадка, очень красивая. Вот, и также там находится фонтан. Вот. Вы еще раз можете увидеть трамвай, он совсем без шума. А вот там галерея Лафайет. И на этом было все. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. И всем пока-пока.